Всем привет! Ну что, мои хорошие, собираемся все вместе с Аленкой в Кауфланд. В магазин большой поедем. Сегодня четверг, там должно быть мясо в ангиботе, все в ангиботе. Но если только это так и есть на самом деле, то, возможно, мы с вами что-нибудь урвем. И еще кое-что покажу, куда мы едем. Это будет интересно. На улице даже солнышко появилось, но холодно все равно. Но уже радует, что солнышко появляется, то исчезает, то появляется. Говорят, к субботе уже будет очень-очень хорошо. Ждем, не дождемся, когда будет хорошо и надолго ли. Все, Константин, едем? Едем? Все, поехали. Еще машина не тронулась, а уже вдруг откуда ни возьмись посыпался горох. Вон, аж стучит на капоте. Похвасталась, что погоду ждем теплую к этому, к субботе. Угу. Небольшой, знаете, как будто это, через сито горошинки падают. Ну ладно, поедем. Потихонечку. Франкенхаус называется, Амалия. Не припаркуемся вообще или нет? Здесь у нас Каринка родилась. У нас это Вышерайка Вильгельм Вульф обрабатывает эту больницу. И мы когда пришли в роддом, там же сразу, как родила, можно сразу и заходить, и приходить. И смотрю, бельишко наше, которое мы стираем и гладим. Ой, думаю, как интересно. Это Амалия называется. Ну вот мы сейчас в Амалию пойдем. Не знаю, меня запустят, нет? Запустят, сейчас же нет короны. И Константин говорит, нет короны, запустят. Пойдем. У нас никто здесь не родил сегодня, это точно. Мы идем с Константином на Гешпрех. Константину нужно что-то здесь. Костя, что тебе здесь нужно? Какой анализ сдавать? Кого? Здесь. Кому? Тебе. Не анализ, а магнезомография. Зонография. Зонография. Ой, какая я умная. Поражаюсь сама себе. Ну, короче, нужно тут ему какой-то этот. И вот сейчас будет у него разговор. Что есть, что не есть. Вот так у нас больнички выглядят. Вот столько народу. Или работают, или посетители, или такие же, как мы, больные люди. Там нотруф. Эти скорые паркуются, и прием скорой, и все, что со скорыми связано. Только там у нас отдельное помещение для скорых.
Пойдем посмотрим, запустят меня, не запустят в больничку. Мы пораньше приехали, потому что боимся. Знаете, вся жизнь по терминам, поэтому раньше зарегистрируешься, раньше примут, я так думаю. Уже это проверенный способ. Пораньше приедешь, пораньше зайдешь. Приедешь на 11:30 у нас термин. Приедешь в 11:30, зайдешь в 12:30. А так смотришь в 11:30 и зайдешь. О, еще пасочки. Яйца не сняли. Вот так у нас украшают. Ну а что? Может быть, русских много работает так. Русская Пасха уже скоро на носу. Что снимать-то эти яйца? Русаков много, везде работает людей. Пойдем сейчас сходим и посмотрим. Все, вышли мы с больнички. 2,5 часа здесь просидели, провели. Но в любом случае все решили, порешили, когда у него будет это глотание кишки или что там, как это происходит, не знаю. Все будет под наркозом. Все решили, постановили. В следующую пятницу, да? Угу. Приедет еще раз сюда. Не удалось мне показать вам больничку внутри. Народу много. Неохота снимать ничего, неохота получать манунги. Поэтому едем в магазин. Константин матерится. За 2 часа все стекла пообосрали. Он протирает. Я говорю, так засрано это к деньгам, когда птицы серут на тебя или там на... Где деньги будут? Откуда деньги повалятся? Как птицы насрали, откуда деньги появятся, да, Костя? Не знаю, откуда они появятся. Ой-ой-ой, все засрано напрочь. Главное, те машины стоят, как будто здесь это у них кладовая или едовая, что они сразу едят и сразу пакостят. Вот так мы. До 11:43 простояли, потом до 12:35 минут простояли. Это платный паркшайн. 1 €. Ну ладно, 1 € еще по-божески. 1 €. Вот. Такие чеки. Константин матерится в рот и в нос. Стекла все позасрали. Это что там за едовая кормушка была около нас? Главное, все соседские машины нормальные, а наша вся напрочь. Около него вот там. Ты посмотри, ты видел около тебя? Как ты? Там не помоется у тебя. Пусть будет. Ну ладно. Поехали мы дальше. Ну, добрались мы по козьим тропам. По козьим норам. Еле-еле доехали до Кауфланда, который нам понравился. Здесь их много в Гамбурге, Кауфландов. Но нам вот этот как-то маленько приглянулся своей простотой. Наверх поедем? Не, здесь останемся. Едем в Кауфланд. Народу море. Мы проскочили Кауфланд, как всегда. И катаемся теперь на этом эскалаторе, как хочу. Туда-сюда, туда-сюда. Кажется, что вроде здесь были, а оказывается, здесь еще раз. Нет, там тыка, все узнаем. Наша тележка потребительская.
Что-то мы хорошо, да, отстрелялись. 122 ойра всего. Покажем, расскажем. А на улице погода. Стоим, ждем. Вы представляете? Что творится на улице? Не подъехать, не подойти. Наша машина далековато, не сильно хочется подождю. Сейчас пройдет. Полкать. Но это вообще, это ужас какой-то. Ужас, ну. Пройдет, не пройдет. Интересно, это луковые, да? Как Максимка любит, может, и подойдут ему. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, если подойдут, будешь ты есть. Кауфланд хороший магазин, да? Этот, да. Постоим с Константином. Подышим свежим воздухом. А то он бежал бегом, а сейчас вот стоит. Бежал бегом по магазинам, носится, как угорелый. Зашел за колбасой, купи колбасы. Правильно. Больше ничего не покупай. Правильно. Завтра закончится сыр, поедешь за сыром. Да. А может, пойдешь, потому что Константин спать будет, если закончится сыр. Ну, а мы зашли-то, конечно, сумочки-то мы поднабрали. Хорошенькие. Мясо сильно много было в Ангеботе. И мы его понабрали. Ой. Ну это вообще, это катастрофа какая-то. Что творится на улице? Подождем. Константин пошел в сковородочку маленькую такую, знаете, для соусов. Я взяла, не посмотрела, а у нее края побитые. Пошел менять. Ну пока дождик, пусть меняет. А мы купили тефаль за 29 евро. Не знаю, хорошая, нет. Но мне нравится, что она глубокенькая, да, я всегда мясо жарю, там, подливочку, все это сюда. И что маслицо, да, здесь не растекается по всей сковородке, а вот здесь будет находиться. Ну, посмотрим, как это, тюфаль, как кто-то говорит, тюфаль. Посмотрим. С фуфлоном, тюфаль с фуфлоном, как себя поведет. Ой, понабрали всего, наверное, голодные были. Шоколадку, что ли, заточить? Беленькую, сладенькую или еще какую-нибудь. Или с фруктами заточить, что-то жрать охота. Съем, наверное. Сейчас, ребятки мои. Пока Константин там ходит, меняет. Съем шоколадочку, подожду Константина. Орехами, с изюмом, еще с чем-то. Дождик закончился. А новый не начался, а мы еще не около машины. Что хотел? Я думал, пустая, а ты чего открыл ее?
Так надо, наверное. А, помощник. На полставки хаусмастер. Тоже. Тоже хорошо. Или на вольных хлебах. А, на ноль ставки. Ну, мы любим на вольных хлебах работать. Все в лужах, все в дожде. Где-то у нас тут маленький бельчонок родился. Семья бегает. Мама, папа. И сейчас бельчонок. Не видать. Ага, совсем малюхонький. Не видать. По-моему, даже два. Да, ну ладно. Идем домой разбирать покупки. Так, ну что, мои хорошие, надо водички попить. Перепить это дело, да? До сумки разбирать. Как-то надо. Может, я сейчас сначала плов сделаю. О, мои эти все постирались. Хорошо. Все сложим. Что тут у нас имеется? Все чистенько. Наверное, я сначала сделаю плов. Ребятишки сейчас придут со школы. Надо сначала это. Ничего им не будет этим сумкам. Что им будет-то? Приготовить, покушать. Сейчас мы по-быстренькому половик зафигачим. На 3 тарелочки немного. Чтобы ребятишкам перекусить утром, в обед и вечером. Рис замочу, всегда замачиваю первым делом. Промываю и замачиваю рис. Чтобы он немножко-немножко набух. Вот. Ой, заключилось что-то. Как так? Угу. Забыла. Забывчивая Аленка забыла все. Так, мои хорошие, так, мои пригожие. 4 сумки подождут, никуда не денутся. Пока сварим плов. Сейчас с Костей смеялись. Он говорит, ой, бляха-муха. Я говорю, значит, это, про бельчат, что бельчонок родился, то все 5-10. Он говорит, Лена, интересно, а когда бельчонок вырастает, куда он девается от мамки с папкой? Я говорю, ну как, наверное, себе жениха ищет или невесту, и это отделяется. А куда, говорит, у нас здесь одно только дупло беличье. Ну, попросят, говорю, какого-нибудь дятла, он им надолбит. Он говорит, дятла, это в смысле дятла, да? Я говорю, ну да, конечно, какой дурак он будет бельчатом долбить дупло. А бельчата-то сами не умеют дупло делать. Они, наверное, не знают, что они не в курсе, да? Ну, такие посмеялись, что дятел. Он вот не зря называют людей дятлами. Что, я говорю, ну найдут себе дятла какого-нибудь, да и он им продолбит это дело все. Но пока сумки несли на второй этаж, обсудили тему дятлов. Полдесятого выехали, полтретьего приехали. Как же все в больницах медлительно. Люди ходят, снуют, больные все туда-сюда. Подходят, спрашивают, когда меня вызовут, почему так долго. Что там долгого провести разговор, да, что какая будет это, что под наркозом, что 12 часов за рулем ехать, что вас должны кто-то привезти, увезти, рассказали. Почему под наркозом? Константин говорит, нет, не хочу под наркозом. Он говорит, у вас не получится, потому что там надо какие-то и пластинки толкать, и все толкать. Вы не сможете, вы не потерпите. Это у нас все это запланировано под шлаф наркозом. Ну вот, еле-еле Константина уговорили, а то он согласен был без шлаф наркоза все это глотать. Смешной такой парень. И это... Ну и все.
Спросили, чем болел, чем не болел, какие операции перенес. Ну, ровно 15 минут мы посидели. Больше она в компьютере писала, женщина. Потом мужчина пришел, видимо, наркотик, взвешал его, того, чего. Сколько едите, сколько курите, пьете, что, какие таблетки, лекарства принимаете. Ну, такое все обычное, да? Поспрашивали. 15-20 минут, а народу сидели. Я говорю, утром проснулись, говорю, пойдем, поедем побыстрее, пораньше. Раньше зайдем, раньше выйдем, потому что я знаю, как там все по терминам. Придешь 10:30, зайдешь 11:30, выйдешь 12:30. Ну вот, так и есть. Потом этот Кауфлан искали, который нам понравился. Вот Кауфлан, Кауфланду рознь. Вот я вам честно говорю, сейчас посмотрите, сколько мы набрали дешевого мяса, сколько мы набрали всего. Сейчас вот я только пловик опущу. Это не плов, это так, да? Как говорится, я бы вам сказала, как говорится, но не буду говорить, у меня культурный блок. Пловик настоящий, надо с говядинки или с баранинки. Вот это пловик настоящий. А у меня так, дабы-дабы. Уже не показываю, что я делаю. Всем все понятно. Сейчас режу мясо. Грудка разморозилась. И... девчонки такие комментарии хорошие написали, где-то веселые, где-то не очень. Но в основном, конечно, все подсказывают, что я злая такая, что была... Не могу, когда вот, знаете, необоснованно учат. Потом после меня приехал дедушка на тележке, тоже там с ними что-то сцепился на немецком языке. Они ему одно, он другое, вообще он на рольштуле приехал, да? Где он там что найдет, где он нагнется, чтобы достать, например, эту коробку даже. Ну, там с этих наставлено было, и эти коробки так стояли. Ну, неужели нельзя помочь, да, людям? Что уже быть такими категоричными? Ну, ничем не заняты, стоят три мужика, три. Это что-то с чем-то. Три здоровых мужика стоят и не могут ничего подсказать. Но так же не может быть, да? Вы для чего там стоите-то, три? Вот. Потом еще эта морковка пошла не так. Я сейчас маленечко положу ее в этот пловик. Для привкуса, как кто-то мне подсказал из девочек. Алена, да заморозь ты ее, плоско сделаю. Если сейчас соленая будет, плоско сделаю. А потом надо, мне кусочек кубик отрезала, вместо вот этих вот кубиков маги, да, или какие там кубики, которые добавляю. И также в супчик, она же уже готовая у меня, эта морковка. Если пойдет что-то не так, я сейчас попробую. Прямо при вас сейчас попробую, вспомнила вот про морковку. Потому что соли было вообще ужас. Вот это я бахнула. Еще же и соевый соус. Действительно, девочки мне подсказали. Алена, там же еще соевый соус у тебя был. Поэтому что ты гневишь, народ? Сейчас, моя хорошая, достанем мою морковку. Она улеглась, я что-то усела, здесь столько жишки, столько всего дала. Прямо из-под низу маленько, сверху-то, конечно, может и не быть соленой. Соль галимая. Все испортила, тут хоть сколько сахара всыпь,
не поможет. Я ее так оставлю. Действительно, сейчас переложу, обцежу жижку и в морозилку. Ой, вкусная, ну соленая. Прям возьму на вильничек и в плов. Ой, аж слезы потекли. Такая соленая. Ой, ой. Сейчас я вам покажу, как у меня получилось красивенько. О, какой пловик на одной морковочке получился. Морковный плов будет. С мяском сейчас перетушу. И будет вкусненько. Ну а куда-то девать надо целую банку морковки-то. Столько морковки перетерла. Вот таким пловом узбекским еще не пользовались. Не знаете, как он? Попробую. Посыплю. Ради прикола. Тульки добавим, всего добавим. Где я тут? Не видно меня, да? А я работаю. Потерится. Еще приправочку найду. Чесночную чуть-чуть. Слушайте, в магазине Кауфланде, это мы еще сковородку купили за 29 евро и отдали 122 рубля, ой, евро. Что-то мы хорошо отстрелялись, а столько мяса, я вам сейчас покажу, не переключайтесь. Сейчас только мяско маленько подтушится, и я это рис закрою, и все, и пойдем дальше дела делать с вами. Все, рис уже засыпала, водичку наливаем. Сколько риса, столько и воды лью. В мультиварку. Все перемешиваем. И все. И закрываем крышкой. Видно, нет? Да что тут показывать? В мультиварке все быстро варится. Через 20 минут будет плов. А я уже поставила... Белье, пока мы ездили, стиралось, на отжим поставила на 10 минуточек. Все, мои хорошие, сейчас мы тут приведем в порядок все, чтобы на кухне было чисто. Все у нас помылось, все постиралось, все сделалось, пока мы ездили. Терочку свою на место любименькую. Вот там морковки не отстирывается нигде. Ну и все, и с Богом. Идем разбирать покупки. Начну с русского магазина. Отдали 19 евро. Это для сравнения, просто для сравнения. Максим иногда по ночам ест лапшу. Купили лапшу. Не было той его любимой. Творожок 2 пачки. Вот эти вот баночки, которые я покупаю, уже купила самые дешевые по евро 99. 2 разные разновидности купила. И огурчики килограмм. 19,29. Вот смотрите. Ой, не видно, что ли, я показываю, не видно. Блин, ладно. Вот смотрите, огурчики. 4 баночки по евро 99. Ну, люблю я их, да, мне удобно с ними варить. Пусть они невкусные, там, ладно, диетологи меня простят. Мы же не это, деревенские люди, какая нам разница. 2 творожка и 2 лапши по евро 69. Вот, пожалуйста, вам 19 евро, да? Вот они стоят. Убираем их. Это все пойдет в склад, на склад. Это в холодильник, это тоже на склад, это в холодильник.
пошло мясо. Вот такое мясо 5,99 взяли за 3,84. Дикрипы, да? Мы любим его. Сейчас я его все преобразую в нормальное состояние, все перемою. Вот такое мясо. Я его сильно не люблю, вот с этой белой поволокой, да, я вам уже говорила, оно жестковатое. Но за ойра 88 полюблю. Очки одела, не вижу ничего. Так. Потом Константин взял себе сало, прямо сало, сало. Швайн-шпек 2,49 по 50% ангиботы. Вот прям сало-сало. Говорит, Лена, нажаришь мне сейчас картошки жареной. Плов он, естественно, не будет, будет жареный. Потом, смотрите, по ойра 75 был гуляш. Свинина-говядина. Тоже полюблю такой. Потом пиццы были по ойра 99, надо убирать уже. Вагнер, они любят пиццы Вагнер, были и такие Вагнер пиццы. По ночам я один раз в день готовлю, я вам честно скажу, один раз в день готовлю, все остальное потом, что хотите, я делаю еду, а там потом разогреваете, не разогреваете. Ну это колбасы ихние, бекончик обязательно, сосисочки были в ангиботе. Вот эта их колбасочка была XXL, купили, да? Так, что еще? О, Константин себе набрал шоколадок по 69 центов. Я не знаю, сколько они стоят, я их никогда не покупаю. Вот эту я уже съела почти, очень вкусная, виноград, красный виноград, зеленый с виноградом. Скоро же пасочка, может, мы с Ксенией что-то будем готовить. Белый шоколад, черный шоколад, пусть будет, да? По 69 центов. Это пусть будет. Какую-то тушенку свиной купил. Попробовать, наверное. Он всегда тушенку покупает. Мы в России-то раньше всегда с тушеночкой были, да? Это огурчики. Это кетчупы все позаканчивались. Говорит, выкини все старье. Сладости, да? Сладости не буду показывать. Багетки мы... Иногда по вечерам ребятишки делают их всяко разные, да? Ой, о, чипсы, какая колбасня. Луковые были по 2,69, такая пачка. Ну, наверное, XXL Party называется. Купили. Показывала вам вот такую сковородочку. И вот такую черепушечку купила под соусы, да? А то у меня всякая ерунда. И здесь было оббито. Ну, не доглядела, Константин мне поменял, слава Богу. Вот это вот 29 и это 4,99. Вот 35 ойра, только вот это вот беда, да, стоит сковородка. Я люблю такие сковородки, они глубокие, собирать можно все туда, да. И маслица совсем чуть-чуть можно налить. Не то, что это сковородка-лепешка, да, где надо масла много лить. Я люблю такое. Че, Константин, закрыто? Выключено. Сделал все. Сделал. Ага, Константин все дела свои поделал. Потом он же еще купил вот все для машинки. Это же тоже всегда такое все дорогое, да? Щеточки парень купил. Тряпочки мне купил. У нас раньше были в магазине. В каком магазине раньше были? Не знаю, они сейчас пень есть. Можно перепугать, и без зарплаты еще, наверное, пришла. Ну не зря же руки чесались. Руки? Руки чесались, и это... Руки, это хорошо. Не, курицы обосрали-то. Курицы обосрали? Но птицы это обосрали машину. А Костя говорит, откуда деньги-то, Зин? Чего? Вот. Не зря, наверное, курицы обосрали. Ну, а это ты что купил? Чего? Какой-то этот, водопад. Это что такое? Водопад? Глицер. Это ванну поставить? Ванну, запашок, чтобы был. Мои эти палки отдыхали. Мои палки отдыхали. Конечно. Ну ладно, хорошо. Видите, какой муж заботливый. Любит запашок повкуснее. Так, это мы убираем, да, хозяйство.
на другую сторону. Потом вот такие чипсы я всегда детям беру. Все, что остается, я потом делаю их чикины, да? С чипсов кто-нибудь чикины девочки делали? Кроме Яны, которая делала и сказала, это вообще Алена, это такая вкуснота. Мои взрослые дети ели и, говорит, никак не могли понять, из чего я сделала крылышки, да? Так, донаты растаем, дети съедят. У нас сегодня же этот, смотрим мы по четвергам-то этих топ-модель. Это моя травинка, не могу без нее. Сладости, какие сладости дорогие. Были в Ангиботе, я понабрала всего. Все сладости поскупила. А, вот еще у нас мяско, где эта клубничка. Тоже была в Ангиботе. Это сырочек, друзья мои. О, какой баклажанчик. 72 копейки. 72 цента. Я из него сделаю рулетики. Я их люблю, да? Очень люблю. Потом паприка закончилась, нужна. Думаю, где же у меня еще мясо? Мы же много взяли мяса. Вот, пауэра 75. Гуляш. Вот. Свинина-говядина. Так, мои хорошие. Куда это все деть? Куда это все деть, не знаю. Эти все сырочки надо в холодильнике все попоменять. Колбаску. Вот только с такой колбасы любят у меня окрошку дети. Покупаю всегда из-за окрошки. Вдруг захотим окрошку. Ну, сыр и их колбаса. И вот, вы знаете, на удивление, столько всего купить. И... А где чек, не знаешь? Покажу. 122 ойра. Вот вы представляете? Нашла, ага. И вот видите, цены какие все небольшие. Ойра 99, ойра 59. Что-то 3,79 было. Наверное, сыр за 3,79. Он, собака сейчас серая, стал такой дорогой. Или, может быть, тушенка твоя за 3,79. Потому что ничего за 3,79 у меня нету. Вот. И мы, короче, сейчас я вам покажу обзор. Что я купила? О, сумки валяются, все валяется, ну не обессудьте, да? И вот, вот это вот все. И еще, вон машинка стоит не разобрана. Сумки валяются в разные стороны. 4 сумки было полных. Сейчас белье запущу, иначе вам ничего не расскажу. И вот это же еще все дорогое. О, плов, 4 минутки осталось. И вот вы представляете, и здесь еще сумка. Ой, сумок было море. Капец, сколько сумок было. И всего 122 ойра. Сделаю сейчас контрольные фотографии. Ну вот так, мои хорошие. Как говорится, купили, не пропили, да? Плодотворненько мы сегодня съездили туда. Все поделали. Сейчас я все это упорядочу, все перемою. Представляете, сколько возни мне с этим мяском. Совсем на свете, чтобы у меня все уже было готовое. Что люди мне не говорили, что я не размораживаю, потому что оно там то ли заморожено, то ли разморожено, то ли грязное, то ли какое. Из каких побуждений они это делают. Вот. Все сделаю, все абсолютно сделаю. Показывать уже не буду на сегодня. Будет одно, короткое, длинное. Какое будет видео, такое и будет. Спасибо вам за комментарии. Я не брала свой черный телефончик. Не видела. Ну, незачем мне там его брать было. И смотрю столько этих комментариев, столько всего. Сейчас поем, усядусь. И всем-всем отвечу. И всем-всем все расскажу. Все будет нормально. Все. Давайте. До новой встречи. Мы не теряемся, с девочками переписываемся, пишите, звоните, читайте. Короче, все. Можно делать у Алены. Всем пока-пока. Константин решил залезть в нашу потребительскую корзину, в склад.
боеприпасов. А вот это я не пробовал. Вот это вчера съел, очень вкусное. Айсбен фляж. Но она это уже лежала на этом. Вангебот? В регалях. Не, не в ангеботах, а где уже складывают там все в кучу. По сколько было? По-моему, 49. Ой, 49. Вот понравилась тушеночка. Снимаешь? Угу. 200 грамм. 200 грамм. А это? По-моему, 300? Там же лежало, но это побольше грамм. 300 грамм. Не вижу нифига. 300? 300, да. Но это другая. Это уже Бауэрнзюльца. Это как холодец. Давай открыть, сейчас супом попробовать. Угу. Так, надо там на полу стоят эти. Поставь сюда все. Эти, скажи мне. Понял, борщ. Борщ. Все понаставь, чтоб здесь стояло. Вот такое сальцо, все перемыло, все положило. Оно тонюсенькое, но знаете, как охота сделать украинский борщ. С сальцом зажарить или картошечку зажарить. Я, конечно, не могу говорить за всех, потому что у меня многие люди вообще мясо, свинину не едят. Но мы едим, поэтому уже либо переключать вам надо, либо не переключать. Вот такие мяски у меня все-все. Получились. Вот так я тоненько все раскладываю и все в морозилочку. Все упаковано, все запаковано, все высушено. Даже вот такие делаю, воздух выпускаю, как могу. Теперь уже точно все.